сделал вытяжку, потом пальцем вентилятор ударил. Вот тут вот по ногтю кровь шла. То фокус работает только когда посередине палец. Перестал работать. Дальше может держать надо. Дал прям разрыватель. Транзистор нагрелся. Все-таки на 230 кГц. Пока запустил через 25 ватт лампу, нагрузка где-то 60 ватт лампы. Напряжение 32 вольта. Стабилитрон на 30 вольт. Очень удачно получилось. Частота слишком высокая. Поэтому на переключение много потерял.
16 вольт. 0,2 ампера. Почему-то 17 вольт. Может, ограничение потока идет. Перед диодом посмотреть напряжение, что там творится. Вот. Вот это, видимо, вот это открытие, там закрытие. Или вот. Открытие вот этот маленький. Это закрытие, и потом там всякие колебания. Так что если это так, тогда получается очень маленький импульс, очень малая сложность, как бы мощность можно очень сильно поднимать. Напряжение 17 вольт. Вот чего она просела, либо, наверное, вот ограничивающий токовый резистор, ограничивает ток. Попробовать, может, подпаять этот конденсатор. Вот пачками работает преобразователь, пищит. Потому что, чтобы стабильное напряжение держать. Тридцать два вольта, 220 ватт лампа.
Тут открывается, тут закрывается. Сети потребляют 15 ватт. Лампа горячая. Это в разрыве цепи, чтобы не перегорело. Резистор вроде бы не теплый. Это только ограничивающее. 2,2 Ома и 1,8 Ома в параллель. Так, снабер. Резистор. Нужно еще вот по этой схеме сделано примерно, только вот этого нет. Вот этой цепочки нет еще, ее может надо поставить. Тут у меня просто стабилитрон стоит на 30 вольт вместо этого дросселя нет. Что-то вроде мы дымом попахло. Диод, он вообще не греется даже без радиатора. На 200 вольт. Каждый раз по-разному работает. Теперь беспорядок. Некоторые нюансы расскажу. Еле держится. Вот я пробовал ставить тут диод 1,4, 1,4,8. Вот параллельно 10 Ом резистору, который в затвор идет, чтобы быстрее закрывался. И что с диодом, что без диода, я не увидел никакой разницы. Потребляет от сети то самое ватт, и горит лампа вот эта, которая в разрыв сети для ограничения тока, так само. Вот немножко греется, ну не немножко, сильно греется, вот 100 кОм резистор, который от плюса идет, и от плюса 300 вольт до заряжания, зарядка 3, C3842 микросхема питания, это для старта заряжает, так это не экономно такое решение. Можно было бы через конденсатор пропустить, и потом диодный мост. Так было бы экономнее, но был бы большой реактивный ток. А так идет через диод, через резистор, и потом через диод.
Вот тут транзисторы. Напряжение 32 вольта выходное. Вот так горит лампа. Прозрение 25 ватт, потребляет 32 вольта на выходе. Говорят, нагрузка. Вот ток больше 0,4 ампера. Запищала 27 ватт. А тут сонграф не подключен. Включаю. Ну, вот за такое время транзистор немножко теплый, радиатор сильно не нагрелся. Вот думаю поставить вот этот транзистор, потому купленный на Алиэкспресс, потому что он побыстрее, его емкость где-то 1 на фарад, то есть 1,9 нанофарад, то есть 1000 пикофарад. Только срабатывание затвора маловато. Но его сопротивление где-то 1 ом. Тоже большое. Этого где-то 0,18, 0,2 ома кажется. Этот на 500 вольт, этот на 600, это лучше на 600. Его хочу попробовать, но он, по-моему, сильнее греться будет из-за того, что его сопротивление намного больше. С ним действительно намного лучше, с этим транзистором. Я его поставил. Эта лампа в разрыве сети, она вообще не горит. Так, вот это на холостом ходу потребляет 1 ватт. Когда нагрузки никакой нет, контакт отцепился. Вот, она вообще не горит, еле-еле горит, а потребляет 23 ватта, то есть с тем транзистором там 7 ватт на тепло уходило. Тут power factor 83, вот 32,9 вольт на выходе, стабилизировано напряжение. Ток, вот 4 там с чем-то ампер, 0,4. Вот из килограмма. Вот тут открывается, вот тут закрывается, и
входит выброс. Тут вот эти такие на открытии и закрытии. Тут несколько этот осциллограф такой, много наводок всяких ловится советских, поэтому может там на самом деле то они, я уверен, что они меньше. Вот эти все помехи. Вольт. Лампа это в сети немножечко только напыляется. Двадцать 4 ватта. Вентилятор немножко тепло. Почти в моей руке температура. Вот, напряжение стабилизировано. Если я отключу одну лампу. Тело 33 вольта, ножка поднялась. Ну, теперь мы такими как бы пачками работаем, поэтому трудно ее синхронизировать. Беспорядочно. Вот и вторую я отключу. Горячую. Вот. Тридцать один вольт. Вот холостой ход 1 ватт. Интересно, какой предел этих лампочек нагрузку, чтобы побольше поставить, когда защита сработает. 150 ватт. Тоже 150 ватт. Тоже, наверное, 150. Вот, теперь.
теперь еще одна 150 ватт, наверное, 150 ватт, 150 и 200 ватт, 32 вольта, 32,8 вольт. Потребляет от сети 34 ватта, 34,7. Это ограничивающая лампа на 116 ватт. Это осциллограмма перед диодом. Вот открывается на вторичной обмотке. Открывается, закрывается. Еще даже 50% скважины нет. А уже потребляет 0,6 ватт. Я думал, где-то на... в конечном итоге мне надо сделать на 40 вольт и 1 ампер. Еще 1 ампера нет. Но я думаю, 20,05 ампер и 40 вольт тоже подойдет. Для зарядки аккумулятор на 36 вольт литионный, там 40 вольт можно подавать, 42 вольта это перебор. Смотрю, как транзистор немножко теплый. В общем, почти не греет. Наверное, диод без радиатора. А диод горячий без радиатора. Можно вот выпаять вот этот конденсатор. Я изначально его оставить не хотел. Потом мне показалось, что тут он может быть попорчен. И вот этот резистор, ну или вот этот выпаять какой-то оставить, чтобы ограничение потока срабатывало лучше. Трансформатор. Вот этот. Он намотан. Первичная обмотка 41 виток, а вторичная где-то 12 витков. И вот это 3-4 витка, 4 витка обмотка для самозапита, через 10 Ом резистор, потом через диоды для питания микросхемы. За контактом. Теперь напряжение не измеряет. Буду проверять, насколько греется вот этот радиатор. И теперь я вижу, что уже нужно уже больше за диод беспокоиться. Вот этот. Он горячий, а не за транзистор.
И тут нужно будет поставить, теперь стоит 30 вольт стабилитрон через 2,2 кОм резистор, и нужно будет поставить на 39 вольт. Тогда будет как раз 40 вольт, думаю, получаться. Либо можно последовательно счет 8 вольт стабилитрон поставить, тогда получится 140 вольт. Раньше было первично 18 витков обмотка, вторично 3 витка. Так и на этом транзисторе, как бы, ну, в общем, тогда было нехорошо работало. Тогда очень были, по идее, очень короткие импульсы и очень большой ток в одно время. И много все грелось. Теперь вот длина и ток где-то 30%, то можно было бы частоту повысить. То есть с запасом еще вот тут может быть до 83%. 87 даже. А тут еще полное пространство, чтобы как бы эту скважность повысить. Но лучше где-то на такой высокой частоте, я думаю, далеко не залезать. Вот, вот на сюда где-то, наверное, можно еще повысить скважность. Ну, может, где-то и до 80 можно процентов дойти. Я потребляю 30 ватт, но это вместе с этой лампой так будет меньше потреблять. Это так может каких 27 ватт. И вообще меня альтернатива есть, чтобы заряжать. Это все вот, вот такой преобразователь. Тут можно подавать 12 вольт. Он преобразует 41 вольт. Через вот такой трансформатор. Он тут 12 ватт где-то. Вот тут вот будет где-то 30, может, ватт. Ну, теперь правильный вроде бы показывает. Нет этих выбросов, когда вот это деление поставил. Вот тут открывается, потом. Вот как раз попало, когда напряжение падает, поэтому теперь должен транзистор мало греться. Вот тут резко закрывается. Скважность где-то 35%.
Он немножко теплый. И вот тоже горячий, но для него это норма. Чем больше нагревается, тем больше падает напряжение, он лучше работает. Правда, и быстрота падает, но тут 230 кГц не такая, наверное, очень большая, что там что-то влияло, быстрота, чтобы она что-то там влияла. Вот это вроде бы на сегодня, наверное, хватит пока. Трансформатор тоже немножко теплый. Ну, там зазор сделал, две прокладки из изоленты нам наложил. Потому что на братоходовом нужно зазор делать. Сперва было, когда было по 18 цветков, было одна прокладка изоленты, поэтому, может, малый зазор был, может, поэтому там не работал очень, не очень хорошо работал. Как бы мощность небольшая. Потом, наверное, надо отпаять вот какой-то резистор. Попробовать без него. О, какое тут нужно подобрать, чтобы ограничение только срабатывало. Для начала, я думаю, использовать где-то двух, вот этот 1-2 Ом резистор, посмотреть, где будет ограничивать, и собрать так, попробовать, если все будет хорошо работать. Потом можно поставить параллельно ему еще один такой, будет 1 Ом уже где-то. Тогда будет больше ток держать. А еще вот этот конденсатор выпаять надо. Он очень не нужен. Ладно, может, потом. Ну, мне хочется сравнить, что сперва с лампой попробовать, а потом его выпаять, потом опять с этой лампой и посмотреть, или она будет ярче гореть. Если будет, значит, как бы, если намного ярче, тогда, может, и не стоит как-то его выпаивать. Потому что, значит, потерь больше происходит, если она ярче горит. Там все.